Селение идет. Ой, прости, я стукнул прысью по голове. Что видел ты, ты видел рай, богатство изломанье. Крысы сидят тут. Три штуки. Да, вот. Они потому что здесь сидят. Потому что снизу ходит колобок. Тут у нас Алфеюшка решил пацанов наверх загнать. Фей, колобок, солнце, пойдем проверим, кто там. Ты как бы селяться. Да, мы решили селить две стаи крыс, потому что, ну, крысы уходят, крыс становится меньше. И клеточки хочется все-таки соединить вместе. Феюшка, ты хочешь соединяться? Фишка совсем соединяться не хочет. Он их загнал наверх. Да, ходит, пыфает, весь воняет. Да, пыф-пыф-пыф-пыф. Вот, он знает, где они сидят. Они вон там. Они смотрят на него, как на... В общем, боятся они его, да. Тут у меня в одеяле что-то лазит непонятное. Как непонятное? Тут у меня Скаюшка. Да, ребят, Скай совсем сдала и... Боюсь, что скоро тоже уже ее не станет. Она совсем старенькая. Да, вот. Лезет постоянно куда-нибудь, где потеплее. Да. Ну, она еще вот ходит. Вот здесь вот у нее дрянь какая-то вылезла. И понимаете, что серьезно, она неоперабельна. Так что, ребят, кто переживал за Скайушку, боюсь, что скоро со Скай видео прекратятся. Но это не значит, что не нужно крыс селить. Да, моя лапочка, да, мой. Давай я тебя, ты давай в тепло пойдем. Старушка моя. Да. Больно такое показывать, честно говоря. А внизу у нас происходит сумасшедший дом. Три брата сидят наверху. Алфей загнал их на верхнюю полку и спускаться не дает. Вот, ну... Селять их все равно надо, да, Скаюшку, возможно, будем отселять от этой стаи, но она уже совсем старенькая, хотя, знаете, не знаю, ей нормально, ее любят, за ней ухаживают, кашками подкармливаем, Феюшкина любимая жена, вот хоть и старенькая уже совсем, но вот еще ходит, еще бегает, тут еще запрыгивает он куда надо, плохо то, что... Возраст такой, что оперировать. Ну, не оперируются такие крысы. Нельзя. Возраст уже совсем плохой. И она просто не переживет седацию. Вообще никак. Но селение идет. Ой, прости, я стукнул прысью по голове. Трехголовый курский дракон. Та.